Друзья, здравствуйте! Как и обещала, снимаю видео в скором времени, потому что нацвели очень интересные гибриды. Начнем, наверное, слева направо. Здесь у меня расцвела, на видео я еще не показывала, Катлея. Это Катлея. Сейчас бирочку возьму. Вот. Война не леопард, но Гавайи Гэлакси. Очень красивая Катлея. У меня кто не приходит, особенно вот людей, у которых нет орхидей. Для них она просто фантастическая красавица. Говорит, космическая дама. Правда, гибрид очень красивый. Есть гибрид обратный этих родителей же, но там совершенно другой цветок. Это идет дама компактная, к самому растению. И цветет сразу же, рост вызревает, чехол, и, как и все, как и дуриганы, цветет сразу же с вызревшего чехла. Красавица, ароматный, плотный цветок, если взять на фоне руки. Вот такая вот. Дальше первый раз у меня цветет Катлея Вольтер. Катлея Вольтер — это гибрид Блю Индиго на Давиану. Цветет она у меня первый раз. Видно, что она была посевом. Вот, потому что от ювенальных бульб до взрослых. Сам цветок очень красивый, ароматный. Буду приближать. Ну, что сказать. Гибрид на Давиану. Есть такой гибрид Прада. Она немножко похуже. Вот этими росчерками по лепесткам. Вот, собственно, от нее это все и есть. Красивый большой цветок. Но в теплице особенность, что цветы, как обычно, смотрят в разные стороны. Их очень тяжело направлять, потому что свет со всех сторон. Вот он, цветок. Дальше. Ну, альмаки я уже снимала. Ничего особенного. Потому что уже отцвела первые три цветка, это один остался. Дальше у меня идет Катлея Фабио. Катлея Фабио — это гибрид Давианы на Лабиату. На кусте у меня распустилась две части ее. Одна и вторая. И одна часть — это один, видно, сеянец, а вторая часть — это другой сеянец. Я поверну цветок растения, и вы убедитесь в этом. Я вот смотрела фотографии, есть гибрид Магия Рафаэля. Это 3-9 Давиану, который типовая, но тоже розовая. Они, в принципе, между собой очень похожи. Вот я бы сразу даже не различила. Может, и 3-9, и Лабиата вполне сами по себе похожи друг на друга. Возможно. Но вот я сейчас поверну цветок другой стороной. Тоже Фабио. Что бы интересно в этой части цветка? Есть такая особенность у Давиан. У них прокрашивается нижняя часть лепестков на цвет губы. Это не вирус. Это вот такая вот особенность у них. И она взяла это от Давианы и прокрасила все свои лепестки у всех нижние, у всех трех цветков. И вот эти лепестки, они смотрят больше вниз, поэтому цветок более вытянутый. Губа немножко разная, там здесь больше нежно-сиреневого, там более другого сиреневого. Но она по свету тоже имеет прожилки. Тоже очень красивый цветок, очень необычно, когда цветет на кусте два разных цветка. По размеру одинаковый будет и тот цветок, и этот цветок. Вот. Как и говорила, в теплице тяжело снимать все. В одну сторону смотрела, поэтому сзади конструкция ниппель. Так, дальше что у нас интересного? Распустилась Катлея Дуриган Посейдон.
Ну, правда, цветок очень такой яркий, красивый. На размер огромный. Пробуем подальше. Если вот так вот на руку. Для дуригана это крупный цветок, вот на уровне геркулеса. Все до сих пор цветет. До сих пор цветет гибрид на Довиану. Ну и, конечно же, сибрис. Все цветем и пахнем. И вот у кого есть цветущие растения, обращайте внимание, потому что сейчас вот очень много бывает растений приходит, и приходит трипс. Трипс, он очень любит новые росты, заходить вовнутрь и вот это вот выгрызать. Еще любит он цветущие растения. С цветущими растениями сложнее на цветке бороться с трипсом, потому что если обработать промоналом, цветок просто вянет. Я использую амайт, вот этот вонючий препарат. Получается, он убивает трипса, он не садится на цветущий цветок, и цветок не вянет. Ну, это на уровне, у кого много цветущих. Обращайте внимание, как они выглядят, такие черненькие, тоненькие. Их немного, но можно увидеть, где-то погрыз на цветке. Сейчас у меня такой проблемы нету, ну, потому что уже я стараюсь их все выводить. А если и появляются, то, конечно, на цветущих они вот сразу приползают. Ну, вот такой вот краткий обзор по моим цветущим растениям. Пока-пока!